В ближайшей перспективе будут открыты авиарейсы из Кызылорды в Москву и в другие регионы. На сегодня в расписании 28 рейсов. Поставлена задача открыть прямое авиасообщение с Москвой, а также с севером и востоком страны. По строительству пассажирского терминала. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день мы в рамках механизма ГЧП проводим конкурсы. И заявлено было несколько компаний. Сейчас вот одна компания с базиса, вторая компания, турецкая компания. Посмотрим, на каких условиях. Конечно, мы не хотели бы, чтобы это были невыгодные для нас условия. Если они будут приемлемы, выгодны, то кто-то из них определится в этом году. Но если не определится, прямо скажем, то по поручению Акима Улыса мы начнем строить новый терминал за счет средств местного бюджета. По графику ведутся работы по газификации. В этом году планируется подать газ в 3 района. Разработана ПСД на газификацию аула Ахсуат. На брифинге была затронута и давняя проблема. Кызылорда – единственный город, где нет горячей воды. Несколько лет назад вроде как взялись за решение проблемы. Два многоэтажных дома в пилотном режиме были обеспечены горячей водой. Но дальше дело не пошло. Горячее водоснабжение. У нас было два пилотных дома, да, которые мы обеспечили ГВС. К сожалению, жильцы этого дома не стали платить ничего. Я хочу отметить, что все дома новые, которые мы вводим, везде есть ГВС. Модернизация ТЭС, вопрос, а стоит ли модернизировать, лучше построить новую ТЭС, потому что модернизировать эту старую ТЭС 64-го года уже нет смысла. Я много раз приводил пример, там имеется в виду, поэтому сейчас ведутся переговоры о том, что построить новую теплоэлектростанцию рядом. И в этом году эти работы будут, скорее всего, начаты, там с инвестором ведем переговоры. Как только эти вопросы решатся, я думаю, что вопрос обеспечения ГВС автоматически решится по мере модернизации ТЭЦ.